Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня снимаю такое видео об доп. Наборах и хочу поговорить о том, что такое aftermarket. Начинающие моделисты очень часто задают такие вопросы. Что такое aftermarket, что такое доп. Наборы, что такое фототравление, ну и так далее. Так вот, хочу немножко об этом поговорить. Aftermarket – это и есть дополнительные наборы для какой-либо модели. То есть это может быть смоляные колеса, могут быть набор фар или наборы различного фототравления. Если по смоляным колесам все понятно или по смоляным каким-то деталям, мешкам, ящикам, также, я думаю, понятно и по фарам. Фары делаются для того, чтобы был как бы более натуральный вид на модели. А вот часто задаваемый вопрос, что такое фототравление, сейчас на него попытаюсь вам и ответить. Фототравление, или как между собой моделисты называют, травленка, это один из видов aftermarket'а. Наборы сильно детализированных деталей. То есть это может быть рабочие петли, которые помогут, например, дверям, ящикам открываться и закрываться. Сделать откидную кабину, открывающийся капот, откидные борта, складываемые сиденья. То есть очень детализированные мелкие детали. И масштабность намного натуральнее, чем у той же детали, только в пластике. Как видно на видео, фототравление – это детали, сделанные из листового металла, или меди, или латуни, и оно очень тоненькое, до 1 мм толщины. И если, друзья, вы вдруг решили вложиться в дополнительные наборы фототравления, в смолу, то и будьте готовы выложить за это немаленькие деньги. Иногда стоимость дополнительных наборов в разы превышает стоимость самой модели. Но это, друзья, того стоит. И сразу же будьте готовы, что фототравление или с фототравлением не так легко и работать. Для этого нужны специальные инструменты. Например, такой инструмент, как гнулка для фототравления. Также нужен цинокрилатный клей. А иногда приходится поработать паяльником и спаивать какие-либо детали при помощи паяльника. Поэтому всем этим желательно заранее обзавестись. Ну и теперь подведем итог. Для чего же все-таки нужны доп-наборы? А доп-наборы нам нужны для того, чтобы сделать натуральную модель. То есть, чтобы модель в пластике была практически похоже на копию оригинала. Вот для этого мы и приобретаем дополнительные наборы и стараемся вложиться в модель, чтобы она выглядела на фотографиях как настоящая. Ну а теперь произведем обзор данных наборов на примере набора вот бронеавтомобиля М1078. И рассмотреть все поближе, и рассмотреть, для чего же все-таки столько много фототравления. Здесь на картинке мы видим этот грузовик с фототравлением с данного набора. Начиная разглядывать сам набор, сам пластик, например, берем кабину и смотрим здесь такие вот как бы выпуклости и задаемся вопросом, а что это такое? А это, друзья, оказывается, специальные места для крепления доп. Бронирования. Ну, залазим в интернет и начинаем искать фотографии, что же это за автомобиль, что он из себя представляет. И здесь находим вот такую вот фотографию. А здесь мы видим доп. Броню. И нам становится интересно и хочется собрать данную модель. И дальше мы начинаем думать, а что мы можем
купить, приобрести, чтобы получилась данная модель. И находим такой вот набор с фототравлением. И здесь как раз детали доп. Бронирования. Сейчас мы его распакуем и рассмотрим поближе. Распаковав набор с артикульным номером PEA-314, мы видим сам набор фототравления и вот такую вот инструкцию, где нам показано, какие детали и куда надо крепить. Видим вот такие вот бронелисты, болты и также металлические и смоляные антенны. Очень хорошо все выполнено. Довольно неплохое фототравление. Теперь рассмотрим набор со смоляным пулеметом. У данного набора артикульный номер VBS0211. Здесь мы видим небольшую платку фототравления и смоляные детали пулемета. И также инструкцию. Здесь показано, как собирать пулемет Браунинг. Вроде бы по картинкам все очень несложно, а на самом деле придется немного повозиться, чтобы собрать данный пулемет, пулеметные коробки и все остальное. Как видим, на видео в набор входит металлический ствол, металлическая фототравленная пулеметная лента и смоляные детали. Также смотрим эту фотографию, и на автомобиле с дополнительным бронированием мы обнаруживаем, что резина, колеса не такие, как у нас даются в наборе. И мы начинаем искать разные смоляные дополнения и находим у фирмы DevModel артикульный номер 35031 нужные для нас смоляные колеса. Вот такой протектор, как и на фотографии. Теперь рассмотрим набор фар СКП. Сам набор в рекламе не нуждается. Как видим, очень хорошо сделаны катафоты, фары. Все как натуральное. Артикульный номер набора СКП-162. И теперь видим такой вот набор. Набор с артикульным номером PE-35586. Очень тяжелый набор. И в данный набор входит очень много фототравления, очень много плат. Как видим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 небольших платочек.
И в набор входит фототравленная панель. Панель, приборная доска. Сам набор довольно плотный. И очень большая, толстая инструкция. Я так понимаю, здесь каждый лист на отдельную платку. Здесь мы видим вот как раз как устанавливать приборную доску. Подножки, защита радиатора. Очень много деталей, очень много фототравления. Здесь такая пулеметная точка расположена над кабиной. Брызговики. А здесь нам точно понадобится паяльник. Элементы рамы также собираются из фототравленных деталей. Лесенка, ящики. То есть, как видите, набор очень большой. И практически все детали нужно делать из фототравления. Но опять же, никто не заставляет вас использовать все фототравление, которое дается в наборе. Можете собирать что-то с пластика, что-то заменять фототравлением на свой взгляд и на свои способности. Здесь, как видим, даются вот такие вот фототравленные ремни, цепочки. Можно сделать складывающиеся и раскладывающие сиденья, борта. Борта можно делать откидные, открывающиеся. Короче, видно из инструкции, что набор очень большой и интересный. Толщина данного набора. В наборе мы видим такую вот тоненькую маленькую цепочку. Очень натурально выглядит. И начнем рассматривать платки. Деталей очень много. Очень мягкое фототравление. Снимать его на камеру очень сложно, так как бликует. Ну, попробую вам показать. Очень много деталей. Вторая платка фототравления. Очень много разные мелочевки. Третья платка. Небольшая плата фототравления. Здесь вот такая вот интересная платка. Не знаю, как ее лучше показать. Имитация колючей проволоки.
панель, вставлять фототравленную. Защита бронированная радиатора. А здесь мы видим такие вот мелкие детали. Следующая плата. Видим саму панель. Можно посмотреть, как она выполнена. И прикинуть. Будет смотреться довольно неплохо. Очень много платок. Реально набор можно собирать год, а то и больше. Последняя платка фототравления. Здесь видим бронирование пулеметной точки над кабиной. Ну а на этой платке само основание под кабину. Ну, друзья, такие вот наборы, которых можно делать оригинальный, интересный бронеавтомобиль. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Надеюсь, помог вам с каким-то выбором, ответил на какие-то ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, если не подписались. До новых встреч, друзья!